поезд по имени Трой. Привет, Трой! Сегодня отличный день, не так ли? Ой, смотри, Трой, деревья заблокировали путь. По мосту теперь никто не сможет проехать. Ты прав, Трой, нужно отправиться в автомобильный город за тем, кто нам сможет помочь. Мы готовы встретиться с новым другом. Как думаешь, кто нам сможет помочь убрать деревья с пути? Оу, ты думаешь, это способен сделать автокран? Давай отвезем его на станцию и проверим. Погрузка почти завершена. Ну что, Трой, в путь! Давай сначала выгрузим детали, Трой. Нам еще что-нибудь нужно. Ну, конечно, без колес он далеко не уедет. Ух ты, наш кран обретает жизнь. Привет, автокран! Рады знакомству с тобой! Как тебя зовут? Чарли? Добро пожаловать в автомобильный город, Чарли! Трой, задача Чарли – поднимать и перемещать предметы. Хорошая идея, Трой! Чарли, у нас есть для тебя работа. Там на мосту лежат деревья, их нужно убрать. Поехали! Разберешься с этим беспорядком, Чарли? Используй свою стрелу и захват, чтобы поднять эти деревья и бревна. Отличная работа, Чарли! Осталось еще немного, Чарли. И последнее бревно. Мост наконец-то очищен. Mm-hmm.
Благодарим тебя, Чарли! Ты потрудился на славу! До встречи, Чарли! Скоро увидимся снова, друзья! Привет, Чарли! У тебя сегодня много работы! О, нет, Чарли! У тебя сломался крюк! Но не беспокойся, Чарли! Эвакуатор Том починит тебя в считанные минуты! Я сейчас его позову! Эй, Том! Кран по имени Чарли в беде! Поехали, поможем ему! Том, где же Чарли? Ты его видишь? Гляди, вон он! Поспешим! Эй, Чарли! Том уже здесь! Давай отбуксируем тебя в гараж, Чарли! Тяжеловато, а? Поехали! Ну вот мы и в гараже. Чарли, сейчас Том тебя осмотрит. Сначала нам нужно установить новый крюк. Давайте посмотрим, что у нас есть на складе. Этот подойдет, Том? Этот недостаточно прочный. А как насчет этого? Это не крюк, это якорь. Ну а этот? Отлично! Прекрасно выглядишь, Чарли, и все благодаря Тому. Что-нибудь еще, Том? Поворотная платформа больше не крутится плавно, Том. Что ты посоветуешь? Да, ты прав. Давай отрегулируем ее, и платформа будет снова вращаться без запинки. Да, вот этот разводной ключ нам и нужен. Отлично! Чарли, давай-ка проверим твою платформу, как она теперь работает. Прекрасно! Что такое, Том? Еще одна проблема. Ах, треснутая фара. Мы ее чуть не пропустили. Но мне кажется, это совсем не проблема. Том, ты быстро разберешься с фарой. Итак, Том, какого размера фара нам нужна для Чарли? Какую выберешь, Том? Это идеально подойдет. У тебя теперь новая фара, Чарли. Ну разве это не замечательно? Что еще у тебя на уме, Том? Хорошая идея. Давай отмоем, Чарли.
приступаем! Ю-ху! Прекрасно, Чарли! Ты выглядишь как новенький! Какое чудесное преображение! Угу. Отличная работа, Том! Пока, Чарли! До встречи, Том! Скоро увидимся, друзья! Друзья!